Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 18 сентября 2017 года. Построили мы теплицу арочную, шириной 3 метра, длиной 6 метров. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 20. Окраска грунт эмаль зеленый цвет. Конструкция стоит на брусе 100 на 100, брус пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью колышков. По торцам у нас установлены разрезные двери форточки. Также есть система подвязки по две нитки на каждую сторону. И коньковая фрамуга с ручным управлением. Также установлены диагонали укосины. Поликарбонат смонтирован толщиной 4 мм. 0,7 плотность. Данная теплица получилась практически точной копией теплицы годичной давности. Тоже 3 на 6, точно такая же комплектация. Получились две одинаковые теплицы. Всем зрителям, подписчикам Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 19 сентября 2017 года. Построили теплицу арочную. Шириной 3 метра, длиной 6 метров. Каркас теплицы из профильной трубы 20 на 20. Арки с усилителем. Конструкция установлена на брус 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. Также имеется коньковая фрамуга с ручным управлением. И система подвязки по две нитки на каждую сторону. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность. Вот на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!